like you ever felt. Are you listening? Я рад приветствовать вас на канале Liquid Review, и сегодня на обзоре будут одноразовые электронные сигареты Nex. Друзья, вы, наверное, задаете себе вопрос, ну а почему же электронные сигареты, и тем более одноразовые? Объясню, здесь все очень просто. Направление канала – это жидкости, ароматизаторы и вся прочая подобная тематика. И поговорим мы не о самих электронных сигаретах как таковых, о их жидкостях, которыми они заправлены, о их вкусах и вкусовых ощущениях. Данные одноразовые сигареты приходят вот в такой вот картонной упаковке. Каждая сигарета запечатана в полиэтиленовую обертку. Мы не будем говорить о технических никаких данных этого устройства, потому что канал не об этом, канал о жижах, ароматизаторах и всему такому прочему. Единственное, чего мы коснемся, это состав жидкости, которыми заправлены эти сигареты. Состав: растительный глицерин, никотин 1,2%, пищевой пропиленгликоль и натуральные ароматизаторы. Запрещено использование несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, а также людям с аллергией. Итак, вот сигареты в индивидуальной упаковке. Сейчас мы ее откроем. Точнее, я открою их все, потому что запечатаны они довольно-таки основательно. На каждой крышке идет круглый стикер, который очень и очень плохо отдирается. Но, в принципе, это хорошо тем, что случайно она нигде не вскроется, и к вам сигарета попадет чистая и новая. Итак, вот они, индивидуальные одноразовые сигареты без упаковки. Я специально оставил для примера одну сигаретку вот с этой резиновой крышечкой, которая закрывает картридж. С остальных я уже снял. Вот такие вот сигареты, на каждой на них написан вкус. В наличии у нас есть 5 вкусов. Это мята, лайт, адреналин, я так понимаю, энергетический напиток, яблоко и вишня. Просто мне очень любопытно, давно я таких вещей в руках не держал. Работает, пар идет. Давайте поговорим о вкусе этих сигарет. Имеем 5 вкусов, по очереди пробуем. Первый вкус — это яблоко. Первое, что чувствуется, что жидкость довольно-таки крепкая, не меньше шестерки. Я бы назвал вот эту вот одноразовую сигарету не со вкусом яблока, а с ароматом яблока. Где-то вдалеке чувствуется яблочный такой небольшой аромат. Следующий вкус — мята. Мята настолько сильная, как самая ядреная зубная паста. Прямо вот мята, и очень много. Для любителей ментоловых сигарет, кстати, как вариант. Следующий вкус — вишня. О вишне что могу сказать? Вкус не вишневый, и вообще вишни тут вдалеке даже никаких запахов нету. Честно скажу, вкус очень мерзкий, вишни. Следующий — лайт. То есть, если я все правильно понимаю, просто лайтовые сигареты. Да, прям такая табачка. Мягкая-мягкая табачка. Вот с этим вкусом у меня прям ностальгия сейчас берет по аналогу. Неплохой вкус, лайт. И последний вкус — адреналин.
Прикольно, мне понравилось. Назвал бы это не адреналином, я так понимаю, что это просто вкус энергетического напитка. И вкус здесь Red Bull'а, прямо вот четкий вкус Red Bull'а. Неплохой вкус. Итак, друзья, что можно выделить из этих 5 одноразовых электронных сигарет? В общем, 5 вкусов попробовали. Мне определенно понравились на вкус это сигарета Light и Адреналин. Вот эти. Вполне себе неплохие вкусы, должен заметить. Яблоко, всего лишь чуть-чуть яблоко оказалось. Вишня совсем мне показалась очень невкусной. Мята тоже, я небольшой поклонник просто всего мятного и ментолового. Так что тут уж на вкус и цвет. Ну что ж, я, наверное, эти все 5 сигарет кину к себе в машину. Мало ли что, вдруг сядет батарейка, либо кончится жидкость. Всякое бывает. Вдруг пригодится. Как вариант для людей, которые хотят вообще понять, что такое парение. Насколько это вкусно. Насколько это может помочь. Неплохой вариант. Из 3 вкусов 2 меня устроили. Это вполне хороший результат. Ну, вот таким получился сегодняшний обзор. Я рад, что вы смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хотя можете лайки и не ставить. Дело ваше, но подписывайтесь. Когда нас станет чуть-чуть побольше, мы обязательно проведем конкурс среди подписчиков. Это я вам обещаю. С хорошими вкусными призами. Всего доброго. Не болейте. Будьте счастливы. Пока.